болельщики футбольные. Меня зовут Егор Дергачев, вы в моем видеоблоге. И сегодня, как вы поняли из моего приветствия, мы с вами будем говорить про английскую премьер-лигу. Если вы еще на меня не подписаны, то обязательно подпишитесь на мой канал, ведь впереди самые интересные прогнозы. Ну а плавно переходя к тому, о чем мы будем сегодня говорить, то... Честно вам признаюсь, я не знаю, какие найти слова, какую найти поддержку в пользу хозяев, поскольку у меня нет сомнений в том, что Манчестер победит. Ну вот-вот, снимите с меня майку и заставьте пробежать меня по главному проспекту, столицы любой страны, если Манчестер не выиграет этот матч. Манчестер должен выигрывать, Манчестер должен выигрывать с хорошей разницей, поскольку это все-таки абсолютно две разные команды, которые решают абсолютно противоположные задачи. Отсюда и ставка вытекает просто сама собой, и победа Манчестера с форой минус 1.5 мяча, коэффициент 2.06. Согласны со мной? Тогда ставим лайк и напоминаю вам, подписываемся на мой канал обязательно. Если же вы хотите предложить свои варианты ставок, я их с радостью прочту и отвечу на них в комментариях под этим видео. Ну и моя страничка ВКонтакте, моя группа ВКонтакте, все это создано специально для вас, добавляйтесь в друзья. И вступайте в группу. Все ссылочки вы найдете в описании у этого ролика. The farmer in the dell, the farmer in the dell, hi-ho, the derry-o, the